Привет, привет. А вот что здесь у курса 4? Тоже есть 6? Вот здесь есть 6, что ли? Я курс тоже. Я курс тоже. Ну, сходим. Си-си. Не-не. Где мы тебя сходим? А может вообще не бить? Мы же как-то на ноге короче 8. Не, ну там не корпус. Что анализировано? Что вы помните? Ферзь C7 был в перспективе везде. Ну, конечно, вспомнил, что это почему так не сделалось? Я думал, да, E5, E4, где-то E6. Ну, ты вот решил, что на E6 выйду, потому что на E6 выйду, потому что на E6 выйду. Все время ты деньку не в 3 ша. Здесь можно запустить? Шах и карандаш 2, что ли? А что там, разве у меня лучше? Нет, может, соло ходили? А, соло ходили. Соло ходили. А нет, здесь лучше. Конечно. Даже составить. С помощью. То есть весь шах, весь система, это каша. Неплохо. Что-то я хотел в 6 сыграть, но потом вчера оказался, ну, оказался таким слоном. Вот когда я меняю слонов, вроде бы в 6 играть, там все в порядке. Когда не меняются, я не понял, может быть, здесь слон же 5 где-то выйдет, да, с темпом. Блокировка. Понял, в 6 уже не хотел, понял, 6. У меня нет ходов больше, но опять может доходить, но 4 сидеть. Ну это так. Ну, по-моему, на Роман Брызовичке у меня партия была, он, по-моему, опять здесь пошел, мне кажется. Ну, конечно, позиция совсем плохая. Ну, сколько я спела? Всякая вина, FN. Да, я сегодня также 4. Я помню, что в какой-то момент пошел, после коня на 6, а шлем пошел аж 5, ну, понятно, уже понял, было, то есть, как-то это добилось. Да, ну, эту идею я бы тогда нашел время партии, то есть, 3. Брать не могу, я просто ну, в общем, я думаю, даже еда, да, и посуждаться. Ну, да. А возможен вариант такой еще, да? Вот это я думал, да. А как? Ферзь B4 я тоже видел. Ферзь B4 мне не нравилось, я тоже это видел. Я считал, что в крайнем случае еда героев за 4 лучше, что для меня. Если ничего лучше не будет. Скрыли в 3, побить там, наверное, плохо, да, предварительный темп. Так. Слоном надо, блокировка, то есть ладья 7, ну я считаю, ладья и 7 достаточно, ладья 1. Может быть достаточно? И так. Ну да, после слона 25, Е5 вроде стало совсем хорошо. То есть я еще дожидал, что возьмешь пешку на Е5, но мне казалось, что возьму конь Е3, там или кто-то тоже. Что-то я уже. А, после конь Е4 я уже ничего разумного, по-моему, не видел ничего. Не знаю. Конь G4 будет. Да, да, сложи 5,
Не знаю. Да, тут я все это досчитал до конца, и владелец 11, если тоже. Так, вроде же 4 есть, да? Я думаю, сначала с уже. Он же 5 есть, или еще 2. Теперь через 3 потом уже 4, немножко не стоит. Сразу. Да, все. Где-то уже 4 я видел. Поэтому у меня как бы ходов тоже нет. Уже 4. Ну да, уже 5, 4, посчитал. То есть тут слон еще тут пищит. Не, главное, что нет, так 6, скажем, мы пришел. Тут же пустила. А здесь ну, просто партия заново начинается. От расстройства считал позицию, ну, где 6, где 6, где 8, считал, там я был блокировка, ну, наверное, даже после стадиона у меня лучше. Совсем победу не упустил. А нет бы 4 каких-нибудь пробежал. Ну, сегодня 6 все. Это хил, когда вы кейбелты. Здесь нужно играть, это же долго. На ферзь b6 вроде какой-то шаг с а4 есть, так может быть. Тоже вроде. Ну, I won, but I was just easily with my rook c1 and instead of this, I get this check after which position is much less clear. But it's less clear than after rook c1. Yeah. Rook c1 is just... Алексей, еще раз можешь показать, наверное, Да, ну вот это, допустим, после рокировки ферзь с 1, она точно выиграла. Какое-то и понятно, что через несколько ходов, я хочу это поставить. Несколько ходов. Черных тоже, в распоряжении черных тоже имеются. Сюда сразу. Да, ладец. А, 8, ладец 5, еще не p4. Ну да, хочется верить, что белые все-таки выиграют. Да, конечно. Слон f5, а слон f5 пока что 5 не держит. В смысле, все можно без качества играть. Там все рокировку я обязан, да, конечно, делать.
56 или 26 это время. И длинный сегодня. Это два официально, чтобы не вышло. 56, 54, наша. Ну да, что такое, блядь. Уже потом. С расстройства уже что-то такое считал просто. Чтобы понять. Ничего фанатов-то не образовали. Ну, то есть, наверное, ну, то есть, вроде бы, очко до конца не выпущено, да. Мне сегодня это самое же ЧП случилось, я перепутал время прилета в Хельсинки со временем отлета из Риги. То есть, когда это обнаружили, это было слишком поздно. Потом, я думал, ну, это был утренний самолет. Я думал, ладно, полечу с автобусным самолетом. Там была забастовка этой компании «Финэр», всех пассажиров на «Арбалтик», мест нет. Mm-hmm. Единственный способ успеть на фракцию — это паровый на Сталин. Ну, это не случайно. Что? Быстро бьем на самом деле. Не, ну тогда да, это самое. То есть даже... Это порт так испугалось, но спокойно уже не доехал. Никак не ожидал, что буду не лететь от улицы. Tomorrow you give me an autograph. Muistan, että täällä on vaikeita siirtoja, että tulee tasa-arvoa.